Пробуем заменить фильтр, воздушный фильтр салона. Взяли такой Blueprint ADA 102509. Будем пробовать ставить Jeep Compass 2016. Фильтр находится где-то здесь. Сдвигаем бардачок. Опа, поддался. Видно, не видно. Не совсем видно. Ну, тут надо открыть такую штуку. Где находится сам фильтр? С той стороны тоже все на ощупь. Airflow пыли. Пробуем достать наш фильтр. Вот он виднеется. Такой беленький, наверное, раньше был. Вот он наш родимый фильтр. Так, я так подозреваю, ох, ёпт, ни разу не менялся, машина прошла 64 мили, надеюсь, что этот фильтр нам подойдет. Смотрим, как он внешне, это этот фильтр. Только у нас он голубенький еще. Тут маркировка 12-18-15. Знак качества. Похожий на советский. Но вряд ли это советский. Так. У нас он запечатан. Ножницы есть? А нет. Тут должен поддаться. Ставим фильтр. Blueprint. Ну, надпись была здесь. Я так вот стрелочка вниз. И здесь стрелочка вниз. Также и ставим. Опять же все на ощупь. Так, где она там? Не так. Надо его ставить так, потому что он несимметричный. О, так пошел. Так. Похоже, он туда заехал. Ставим чудо. Заглушку. Не нащупывается. Защелкнулась. Не ходит. Сейчас попробую. В общем-то, что-то видно. Ну все, фильтр заменен. Теперь старый надо аккуратненько запечатать и выкинуть. Потому что тут просто жесть. Просто жесть, ребята. Меняйте фильтр. Советуют менять раз в два года, а то и чаще. Так, теперь также само пробуем закрыть бардачок. Все. Фильтр поменяли.